Площадь сухая. Всем привет. Время 6 минут 4, 9 градусов тепла. 21 февраля, Ладожская. Шарик увидел меня, идет. У Пятерочки сидел мой друг. Здравствуй, Шарик. А чего ж ты не пришел домой ко мне? Ноги болят. Пойдешь со мной на море, нет? Пойдем, Шарико. Пойдем, мой друг. Пойдем, Шарик. Я выходил и в 10 вечера, и в час ночи на первый этаж спускался. Он так и не пришел, Шарик. Короче, сегодня солнца у нас не было, пасмурно, но вот в центре уже снега вообще нигде нету. Все высохло. Там у нас на переулке Павлова снег еще лежит кое-где. Пойдем, Шарик. Видите, он по желтому идет. Я напрямую здесь иду, он по желтому строго. Вот, смотрите, дорога сухая. Замечательно. Странно, что-то поезд стоит. А, вот тронулся. Тронулся. Товарняк. Ну вот и набережная уже сухая. Порядок наводит на набережной. Видите, после штормов этот песок. Все сюда. Из ручья принес камень сюда, к морю, Шарик. Посмотрел, там на неделю дожди у нас будут. Шарик, наверное, камни я тебе не буду кидать. Жалко мне тебя. Он сейчас не такой уж мокрый. Неохота, чтобы он залазил в море. Что-то сутки не видел. Похудел наш Шарик.
прыгальки. Сидит. Ветерок дует такой. Прохладно. Немалый такой камушек взял, шарик. Опять пошел искать. Я ничего не делаю, вообще не кидаю ничего. Народ домой уже ушел, уже поздний вечер. С рыбаком стоял там минут 30, еще разговаривал. Много людей шло с моря, когда я с ним разговаривал. Сегодня воскресенье. По выходным тут люди гуляют. Местные, приезжие. Пошли домой, сейчас пойдешь? Пошли? Дал ему покушать, он отказался. Цыпленок стоит. На курит ножках.